Господь всемогущий, со дня сотворения народ мой не грешен пред тобой. Быть может, предки мои, что первыми сред наций приняли сына твоего, согрешили. Но если это и так, то где же конец страданиям нашим? В эту роковую пору, нет, не отвергая тебя, но и не полагаясь на тебя до конца, я обращаюсь к нации своей, дабы народ мой веру, надежду и опору нашел в самом себе. О, владыка! Что это значит, святой отец? Я назначил совету старейшин прибыть в твою обитель в тайне. Тайна, святой отец, разве ты не понял меня? Тайна не только от врагов, но и от друзей. Почему тысячи людей идут сюда? Благая весть разнесла сын мой Давид-бек. Святая весть, долгожданная. Как можно скрыть от народа, что к нам едет посол русского царя? Несет нам избавление от скорби. Теперь твоя весть пошла гулять по белому свету. Как скоро дойдет она в Стамбул? Враг готовится к прыжку, а мы толкаем его. Прыгай скорее, опереди! Благая весть. Кто пустил ее? Твои добрые священнослужители? Сколько лишней крови унесет твоя благая весть. Царь Петр ведет их. Он впереди на огромном коне, а в руках у него дубина, такая, что не поднять даже двум силачам. А наш Мухитар тут как тут. Он даст нам оружие и поведет за собой. Лучше бы он нам дал по две меры земли.
Всего по две меры, чтобы набить голодные желудки. Даст! Чтобы дать нам, надо забрать у князей. А что, не надавал разве Давид-бек твоим князьям коленом под зад? А? Зарман! Зарман! Вдова Зарман! Иди к нам! А кто это? Моя односельчанка. Хорошая женщина, только с кора на руку. Иди к нам, вдова. Здравствуйте, люди добрые. Добрый день, Зарман. Присаживайся, вдова. Спасибо. Ягненок нам не помешает. Жертвенный у тебя? Жертвенный. Хочу принести жертву у этих хачкаров святых, чтоб сохранил Господь сына моего, Горги. А где твой сын, вдова? Сын мой, говоришь? В полку опора страны. Да. Махитарь Спарапет, да продлит Господь его дни. Полюбил Горги за храбрость и сделал своим оруженосцем. Да ты скоро станешь знатной госпожой вдова. Служба Махитара — опасная служба. Не плачь, Ракел. Время слез миновало. Нынче у мужчин другая работа. Я сам первый пойду к Махитару и попрошу саблю. Меня возьми! И ты! И тебя! Вынес наш народ тягот и горести, и сколько еще предстоит вынести. Чем мы отплатим ему за его верность и мужество, за готовность приносить жертву за жертвы? Господь все благо и всемогущий воздаст за все старицей. Господь, так-так. А мы, князья и властители, подождем в стороне, держа на всякий случай плеть наготове.
князья, опора твоего трона, Давид. Не сверкай очами. Я стар и скажу тебе правду. Слишком долго ты склонял свое ухо к Махитару. Он защищал и тебя, святой отец. Тебя и монастыри, и монахов. Он безбожник, твой Махитар. Но ты... Ты поднял этого холопа из грязи, приблизил к себе и наделил властью. За ум и за силу, святой отец, за воинский талант, который ты сам прославлял, Самбона. Я знал, что вы все его ненавидите. Но придется потерпеть, святой отец. Нет равного ему полководца среди князей с голубой кровью. Придется потерпеть его черную. Святой отец, благочестивый сатаник, который ты дал жанам Хитару, приехал и просит тебя уделить ей время немедленно. Сатаник? Сатаник здесь? Здесь, если повелишь, можно пригласить ее сюда. Когда сатаник захочет исповедаться, она придет к тебе, святой отец. Не поторопилась ли ты, госпожа, сразу обращаясь к верховному правителю? Ведь Махитар муж твой, отец твоих сыновей. Почему не послушалась меня и не пала ему в ноги вместе с детьми? Почему тебе изменила мудрость твоя, сатаник? Прошло то время, когда муж мой слышал мои мольбы. И ты знаешь это, Мовсес. Зачем терзать мою душу? Не ты ли учил меня не о себе думать лихую годину, а о воле родной земли? Братоубийственная война подошла к нашему порогу, монах! Кто говорит о братоубийственной войне в наших стенах? О, властитель! Что стряслось, сестра? Ты! Только ты можешь остановить карающую руку моего мужа. Карающую руку? Кого собрался карать, Махитар? Князя Бархудара. Бархудар пролил кровь холопа, который сбежал от него. Мстил за то, что Махитар дал холопам землю и свободу. Опять прольется кровь. Брат на брата. Бек, ты знаешь моего мужа. Знаю. Удачное время выбрал муж твой и наш полководец Махитар. Жадный вор! Из мести ко мне он нарушил волю великого собрания. Махитар. Замолчи! Замолчи, иначе я забуду про нашу дружбу. Нет, он виновен и умрет нелегкой смертью. Бархудар, отец гор, ты не забыл? Не смей. Не смей. Я теперь не Махитар, я глава войска армянского. Горги! Изничтожить надо было этого холопа давно. Отец! Молчи, зайчья душа! Тебе наследовать княжество, а ты не умеешь даже защитить свой дом. Я не хочу покрыть наш род позором вечного проклятия. Ну ты! Не слушай этого выродка, отец! Эй вы, бунтовщики! Глава войска армянского Хитар Спарапет требует, чтобы вы немедленно открыли ворота! Вы слышите меня? Если он мужчина, пусть придет и возьмет! Убирайтесь, псы, со своим Махитаром! Ну что ж, я приду! Не торопись проливать кровь. Бархудар виновен, но не теряй рассудка ты, Махитар. Нет, он будет повешен на стенах своего Махитар. Лорда. Гонец верховного властителя, Спарапет. Ты знаешь, что здесь написано, чернорезец? Знаю, Дармахитаж. И всей душой молю Бога, чтобы ты подчинился повелению верховного властителя.
А то, что Бархудар смеялся надо мной с этих стен, ты тоже знаешь? Есть нечто превыше личной обиды, Махитаж. Я не монах! Прости, мой старый друг. Узнай, как мой отец и повелитель Давид Бек опозорил меня. Не время, Махитар, возбуждать внутренний раздор. Запрещаю проливать кровь. Велю кончить дело миром. Остановись, Махитар! Эй, вы, сучьи дети! Держите Бархудара! Открывайте ворота, пока шкура цела! Ты не посмеешь, Мигран. Я выстрелю, отец, если не прикажешь открыть ворота Махитару. Боже, взгляни! Родная кровь угрожает убийством. И убью, если не подчинишься Спарапету войска армянского, а потом сама брошусь со стены. Ты меня знаешь, во мне течет твоя кровь. Предала, когда пришел сын Холопа, чтобы убить меня? Предал ты, а не я. Ты посеял смуту, прими то, что заслужил. Покайся. Мхитар не поступит жестоко. Я обещаю примирить вас. Она снюхала с этим сыном раба. Отец, прикажи уничтожить ее, пока жива часть нашего рода! Паки, иди вниз и прикажи именем отца открыть ворота. Помилуй, Мхитар, я впал в заблуждение. Трижды ты заслужил смерть, восстав против родной власти. Трижды, Бархудар. На этот раз судьба помиловала тебя. Остерегись. Но что память осталась, 20 ударов смородиного прута оставят след. Наказание примет твой старший сын. Вина его не меньше твоей. Он подстрекал преступную волю. Горги! Всеми святыми ты будешь молить.
что, Господь, покарал меня любовью к тебе? За что? Господь покарал нас обоих. Идем. Бери меня сейчас. Только сейчас. Молчишь. Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь? Не обо мне. А Давид Беке твои мысли. Нет. С Беком все кончено. Он помиловал изменника. Как? Ты помиловал моего отца не ради меня? Его помиловал Бек? Да. Я покидаю Бека. Но я не могу уйти, не сказав ему всей правды. Итак, ты избрал именно это время, Махитар, чтобы покинуть меня. Только потому, что я не разрешил тебе покарать Бархудара? Так ли это важно? Не важнее ли накануне грозной опасности единения? Да, ты объединил всех клятвы единения. Вечная слава тебе за это. Но ты простил изменившему клятве. Ты простил ему. Нет, этого я принять не могу. Отпусти меня, Бек. Отпусти куда хочешь. Я буду служить родине, как верный пес, но здесь оставаться не могу. Я умоляю тебя, отпусти. Полководец и государственный муж. Рассуждаешь, как сотник. Да, я простой воин, и только таким могу служить тебе. Это измена! Как бы ты решил участь изменника? Казнил бы, не колеблясь. Не унижай себя и меня словом измена. Не унижай. Я могу уйти от тебя несогласным, но изменить тебя я не могу. Я дал тебе все. Силу, могущество. Признал твой талант полководца. Сделал тебя князем, поставил выше знати, обидев многих. Дал тебе в жены прекрасную женщину высокого рода. Да, это правда, ты дал мне все. Все, кроме единственного счастья, доступного каждому мужчине в простой хижине. Обнимать любимую без оглядки, без подлого чувства вины. Ты это говоришь? Ты муж-сатаник? Я почитаю сатаник больше всех на свете. И скорблю о ней и о себе, ибо люблю я другую. Ты отнял у меня право любить. Я не буду удерживать тебя. Ступай. Когда помрачение рассудка пройдет, ты вернешься ко мне. Что ты читаешь, монах? Творение трижды великого Григория Татевации. Если я не ошибаюсь, это тот самый Григор, который в книге «Вопросный» вступает в спор с греком Аристотелем. Тебе известно это? Чего же он добился своим трудом, трижды великий Григор Татевации? Трижды Великий сейчас поддерживает силу духа армянского, веру праведную, сохраняет нацию нашу. Послушай слова Трижды Великого. Бессмертна материя, и она живет постоянно в окружающем. Из одного тела в другое переходят ее свойства.
Чем же это лечение способствует сохранению нации? Тем-то же, Давид Бек, что отец философов утверждает. Народ бессмертен и будет жить вечно в своих потомках. Этим трижды великий ратует за освобождение духа от чувства безнадежности, которое так часто проникает в наши слабые тела. Татывацы заверяет, душа и тело неразделимы и возникают в одночасье. Поясни, если не в тягость, монах. Я понимаю так. Тело — это родная страна, родной дом. Душа — человеческое деяние, разумное и вечное. Если здорова и безопасна страна, то и человек живет в ней счастливо. Сохранишь родину — будет жить народ. Сохранишь страну крепкой — крепок будешь и ты. А душа бессмертна. Нет, Теш Давидбек. Отец философ находит, что душа умирает немедля, едва расстанется с телом. Сохранилась могила. У входа в монастырь покоятся останки Григория Татхвацы. Не грех построить церковь на его могиле. Ты пожелал доброе. Теш Давидбек. Но если хочешь почтить его память, не лучше ли восстановить школу трижды великого, которая вот уже целых 300 лет как закрыта? Отец философов верил, не одним мечом силен народ, таким же весомым, как меч, является светоч мысли. Лампада знаний, что некогда горела в нашей стране, пока ее не погасили чужеземцы. Потерпи, монах. Мы еще с тобой возродим разрушенную школу Татывацы. Зажжем огонь в очаге, он прольет свет мысли на нашу погруженную во мглу страну. Я верю в завтрашний день нашего народа. Он будет прекрасным в этот день, Мавсес. Недобрые вести, полученные через лазутчиков. Османы зашевелились. Слухи о том, что царь Петр готов помочь нам, дошли и до них. Двинулось 60-тысячное войско Кипурлы-паши. Проклятие! Проклятиями и молитвами делу не поможешь. Разве не готовы мы умереть за свою свободу? Веди нас, Тер-Верховный Властитель. Но, Тер-Верховный, ты говорил, что посол везет грамоту царя Петра и высокое покровительство. Объединив силы и войско... Посол еще не сила, и грамота не войско. Мы встретим посла почетом, дружбы и веры, надо ли говорить об этом? Но царь Петр далеко, и врагов у него не меньше, чем у нас. А Господь, Господь всеблагий и всемогущий! Говорят, что русские уже идут на Баку. А грузинский царь Вахтанг VI, разве не дал он клятву идти плечом к плечу с армянами? Азербайджанец Джавад Хан? А наш народ? Народ готов отдать все, чтобы сохранить добытую независимость. Он отдаст сына и внука, последний клочок шерсти и последнего ягненка. Жаль, что мы, князья, вспоминаем об этом, когда приходит крайняя нужда. Царь Петр велик и могуществен, но франки и посол Англии уговаривают султана не заключать мир с русскими. Обещают помощь и шлют ее. Порох, амуницию, ружья из Голландии, пушки и деньги. На севере у царя Петра шведы.
Весь мир ополчился на движение русских через наши горы. Думаете, братья мои старейшины? Думайте. Значит, может случиться так, что нам придется рассчитывать только на себя, а? Так зачем искать союзника так далеко? Не лучше ли во благо народа нашего? Покориться. Боже упаси, Бек. У меня и в мыслях не было. Но ты же сказал подумать. Подумать о том, как встретить врага. А друга ближе русских я не вижу. И спасение наше будет оттуда. Может быть, очень скоро. Мы встретим посла с надеждой. С великой надеждой. Приветствую вас на армянской земле, долгожданные и дорогие гости. Примите благодарственные наши слова великому русскому царю за его богоугодную милость. От души молим Господа Бога нашего христианского о его вечном здравии, на счастье обоих наших народов. Приветствую я тебя, господин верховный властитель. Царь Петр Алексеевич собирался через месяц проследовать с войсками через Баку и Ганзак. Радостная весть, и мы готовы двинуться ему навстречу. Но у меня черная весть, господин верховный властитель. Никому не посмел я сообщить ее раньше, чем тебе. И офицерам своим наказал. После отъезда нашего, волею Господа Вседержателя, царь Петр Алексеевич, император всея Руси, скончался. Ты ждешь от меня, монах? Пламени души. Забвение всего, что мучит тебя и оскорбляет. Ради спасения народа, ради горькой судьбы его, ты обязана пойти к Махитару и пасть ему в ноги. Чем провинилась я перед ним?
тем, что изошла слезами беззвучными, тем, что таилась и скрывала от всех и от него, что все давно знают. Гордыня, поверь, говорит твоими устами, госпожа. Время ли сейчас для гордыни? Все напрасно, монах. Даже если я переступлю через свою гордость, муж мой не вернется ко мне. Отвернулось его сердце и перекипело к другой. А сердце Махитара неукротимо и не умеет смиряться. Не о твоем счастье пекусь я, бедная моя, сотворник. Не к себе проси вернуться Махитара, а к Давиду Бегу. Пора положить конец распри. Ширится она, ширится и пропасть под ногами народа. Гибельная, ужасная. Уговори Махитара вернуться к Бегу. Не меня ты должен был просить об этом, монах. Тяжко тебе выговорить это, госпожа. Но ты сказала. Не буду лгать, я думал о ней. Но Гугаш, прости, что я называю ее имя. Гугар не обладает ясным разумом твоим. Если я явлюсь к ней, то она потравит меня своими охотничьими псами. Нет, не страданий тела боюсь я, а гибели надежды. Не знаю никого достойнее тебя, монах. Я знаю. Кто? Ты. Ты, госпожа. Ты единственная, перед которой она должна склонить свою непокорную голову. Язык твой не отсох. Произнести эти слова, монах. Да унизишься ты и возвысишься своим унижением в веках. Благословляет тебя всем сердцем. Готов умереть за счастье твое. Сотворник. Счастливо приветствовать тебя в нашем доме, госпожа Сотворник. Жаль, что нет отца моего и братьев, дабы оказать тебе тот почет, которого ты заслуживаешь. Они в войсках Верховного Властителя. Ты похорошела, Гугар, с тех пор, как мы не виделись. Как давно это было? Благодарю за добрые слова. Но я опустилась сюда в тяжкий путь. Не для того, чтобы говорить или выслушивать сладкие слова. И почет мне сейчас не к лицу. Давай поговорим, как две женщины высокого рода, помыслы которых выше личных горестей и обид. Ты должна, Гугар. Должна? О, госпожа Сотворник, ни одному человеку на этом свете я ничего не должна. И тебе тоже. Хотя ты имеешь право ненавидеть меня. Нет, Гугар. Нет ненависти в моем сердце к тебе. Лжешь. Ты призывала к откровенности, но сама кривишь душой. Я ненавижу тебя, Сотворник. За что? За то, что муж мой любит тебя, не меня. Ты пришла, чтобы унизить меня, как воровку? Мне ли, прошедшая через все унижения, унижать других? Нет, Гугар, я пришла молить тебя. Если прикажешь, опущусь на колени. Чего ты просишь у меня? Поезжай к мужу моему Махитару.
уговори вернуться к Беку. Мне? Мне ехать, а не тебе, законной жене его? Тебе, Гухар. Только тебе. Ты найдешь слова, которых мне уж не найти. Слова, идущие от сердца к сердцу. Забудем о тебе и обо мне. Будем помнить о том, что мы две женщины, жившие на этой земле, рожавшие в муках детей, страдавшие вместе с ней и любившие ее. Ради этой земли ты поедешь, Гухар, как я поехала к тебе. Это правда, что ты ушел от Давидбека из-за меня? Нет, нет. У нас свои разногласия. Лжешь! Давидбек один там, а он тут. Знаешь, кто ты? Ты предатель! Предатель! Никто никогда не называл меня предателем. Никогда! Ты поняла это? Ты предатель! Убей меня! Убей меня! Убей меня! Убей! Вернись к Беку. Вернись к Беку. Кто надоумил тебя? Мое сердце, Мхитар, мое сердце. Я бы не вынесла, если бы кто-нибудь подумал про тебя то, что я осмелилась крикнуть. Вернись, вернись, молю тебя, вернись к Беку. Ты понимаешь, если я вернусь к Беку, это означает, что мы никогда не будем с тобой вдвоем. Ты понимаешь это? Вернись. Вернись к Беку. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
сколько же их, а? Как бы ни считали, устоять будет трудно. Умрем, но не сдадимся, Бек. Постарайся не умирать, Нубар. А если уж придется, запомни. Каждый из нас должен захватить на тот свет не меньше пятерых, другого выхода нет. Здесь, на полях Мараги, решается судьба нашего народа. Эти-Аллаха! Непобедимая длань пророка привела нас сюда, чтобы истребить неверных. Лев Ислама Султан ждет от вас только победы! С нами Аллах! Знамена! Вперед! Зармант, вода. Ну, с Богом. Богатые дары паше, и Акулис будет спасен. Агулисские купцы всегда здорово торговали, светлейший паша. Но воевать так и не научились. Актай, ты здесь? Я здесь, светлейший. Жду, светлейший. Опрокинь агулисцев и выходи в тыл Сираскару Давиду. Слушаюсь, паша. Агулис, отступай!
цели провалились, чтоб я вас хоронила, трусы! За мной, братья! За мной! Ополченцы изнемогают, тают, как снег на солнце. Вижу, Баяндур, вижу. Тер-Верховный, разреши! Рано. Посмотри туда. Для чего, по-твоему, держит эту конницу Кипурлы? У него 4 свежих полка, а у нас... Здесь с оружием, монах. Разве не запрещено тебе приближаться к крови? Час настал, Бек. Со мной мои ученики. Не щади меня, Давид! И тебя щажу, а светоч знания, который должны нести ты и твои ученики в народ. Светоч не нужен мертвым, Давид! Веди своих людей к ополченцам. Мы скоро увидимся, Мовсес. Галгус! Галгус! Я здесь, светлый паша, и жду. Заткни глотку, Геуром! Слушаю! Пушки! Разворачивайте пушки! Yeah.
Эр Верховный, тебя заметили. Надо уходить в безопасное место. Дружище, кот, ты знаешь на войне безопасное место? А? Я нет. Батарея отца разбита, Тель-Давид-Бек. Помоги! Поможет Бог. Передай моему старому другу, что он прикрывает ворота Сюника. Надо выстоять ценой жизни. Выстоять, слышишь, сынок? Сиятельнейшему султану, что Сераскар Давид-бек разбит. Начинаю продвижение на Дербент. Да не изменит мне тлань пророк. Бег! Бег! Наступает роковой час, бег! Армянского сераскара Давида берите живым! Только живым! Горе нам, бег! Горе стране нашей! Посмотри туда! Дай приказ к отступлению, бег! Спасем тех, кого можно еще спасти. Пришел. Держитесь, братья мои! Я с вами! Живой или мертвый с вами! Держитесь! Бег! Пришел.
Пришел. Пришел. Монах надеется. Будем молиться, дети мои. Наша вина. Не уберегли. Господи, даруй нам его. Пожалей рабов своих, Господи. Облагоденствуй, даруй нам его, Господи. Пожалей рабов своих. С ним споробит. Он не слушает тебя. Не может быть, чтобы он меня не услышал. Сделай так, чтобы он меня слышал. Он должен знать, что я здесь, рядом с ним. Монах. Сделай так, чтобы он жил. Ради всех, ради себя. Я умоляю тебя, монах. Я убью тебя. Все в руках Божьих, Мхитаж. Мы не всесильны. И желание наше тлен. Нет, нет, монах, ты лжешь. Лжешь. Он будет жить. Тише. Подойди ко мне. Прости меня, Бек. Я умоляю тебя, прости меня. Я знал, что ты вернешься ко мне, Мухитар. Да. Забудь былое. Может быть, я был неправ. Бек. Времени осталось мало. Слушай. Запоминай. Почему Мхитар там, а не мы? Кто ближе к Беку? Быстро ты забыл, кто спас твою голову на Мараге. Послушай, ведись. Молиться надо, а не спорить, Бархудар. Князья, Бек вас зовет. Как он? Слабеет. Хочет попрощаться с вами.
ты пришел. Мой час расставания. Ухожу довольный вами. Бек! Мне нужно слез. Плачут слабые. А вы сегодня показали вашу силу. Мы оттеснили врагов силой своей и единством. Единством. Говорю, последний час свой. Не слушайте голоса неразумных, сеющих недоверие к России. Держитесь за Россию. Она звезда надежды нашей. Придет час, и встанем мы вместе. Плечо к плечу. Кончатся слезы и горе народное. Остальное я сказал Махидару. Он вам. Народ армянский. Давид Бек умер. Смотри, смотри, как стоит этот сын холопа. Он уже чувствует себя верховным. Придержи язык, Бархудар. Не забудь священную волю Давид-бека. Под одним знаменем должны мы объединиться. Но не под знаменем сына раба. Почему не потомственный князь должен возглавить страну, а? Почему не старейший князь Баяндур? Почему не ты, Теравитис, ведущий родословный от великого Проша? И князь Бархудар. Да, мой род, великий род. Не забывай этого. Не забуду. Но верховным властителем должен стать Махитар, потому что народ пойдет за ним, а не за князем Бархударом. Народ. Нищие, оборванцы, дармоеды. Их надо держать в кулаке, а не потакать. В память о нашем дальнем родстве, Бархудар, я постараюсь забыть то, что ты наговорил сегодня здесь. Слушай, свободный народ Айков! Ты достойно почтил память своего великого сына! Но пришло время выбрать преемника Давид-бека! Кого вы хотите своей свободной волей
избрать верховным властителем! Махидара. Махидара! Махидара! Посмотри, что творится. Эти холопы растопчут и нас. Чернь остается чернью. Они растопчут и своего Махитара, когда настанет час. Здравствует верховный властитель Махитара!